коллекциях калибра пополнения. CST – американское подразделение, предназначенное для проведения особых операций на территориях Ближнего Востока. Штурмовик «Слай». Бывшая сотрудница ЦРУ. Вы не могли слышать про операции, в которых она участвовала. Они все были успешны. Вооружена автоматом SCAR-H, эффективным в бою на средних и близких дистанциях. Для экстремально близких контактов у «Сла» есть ружье «Сербу Супер Шорти» и светошумовая граната XM-84. Основная способность – перевоплощение. «Слай» полностью копирует облик любого выбранного противника. Носит чужое лицо чаще, чем свое собственное. «Медик Боунс» служила в подразделении внедрения искусственного интеллекта. Как любой интроверт, предпочитает компанию машин компании людей. Молчание для нее тоже ответ. Основное оружие – пистолет-пулемет UMP-40. Дополнительное – символ американской оружейной школы М-1911. Лечит Боунс не своими руками, а с помощью робопса Big Dog. И это далеко не все, на что способно это чудо техники. Нужно лишь отдать ему команду. Боец поддержки Fortress. В армии с предельно юного возраста и давно заслужил уважение сослуживцев своим презрением к опасности. Использует карабин 416D с двумя типами магазина – барабанным и секторным. Меньше магазин – выше скорость. И наоборот. Пистолет – та же заслуженная классика, что и у Боунс. Fortress может установить ящик с зажигательными патронами, доступными любому оперативнику. Однако ящик взрывоопасен. Вторая способность «Зуб дракона» устанавливает группу мин BLU-43, наносящих врагам урон и накладывающих эффект метка. Урон от нескольких групп мин суммируется. Снайпер «Аваланж» полагается на точный расчет. В армии успешно освоила две специальности, требующие действительно высоких аналитических способностей – снайпер и минометчик. Оружие «Аваланж» обеспечивает большую дальность поражения. Миномет М224А1 вне прямой видимости, а скорострельная винтовка М14 EBR при прямом контакте. На боку пистолета «Аваланж» написано «Desert Eagle 50-го калибра». Подразделение CST хорошо играет на слабостях и разобщенности противника. Если вы считаете, что в вашем подразделении нет слабых сторон, они покажут вам, что это не так.